друзья! Вы на канале Принцесса Милана. На мое день рождения в музыкальный ларец подарил мне вот такой пазл. Сейчас я расскажу задачу музыкальный ларец. В музыкальном ларце я занимаюсь гитарой, фортепианом, танцами и вокалом. И ученики и учителя мне подарили вот такой пазл. Всего деталей тут 500. Это из сказки Буратино. Давайте же откроем и соберем этот пазл. Нам понадобится ножницы. Опа. Пленку мы убираем. И вот такой пазл. Давайте же его откроем. Вот здесь детали все в пакетике, так что они не потеряются. Я буду собирать в коробке. Давайте высыпем пазл в эту часть, в крышку коробки. Высыпаем. Вау, сколько их много. Так, пазл собираем. Давайте начнем собирать пазл. Так, точно, я же забыла, то, что нам надо смотреть на картинку. Давайте тогда весь пазл нашел. Вау, сколько его много. Очень много пазла. Вот так. Вот. И вот картинка. Ладно, вот картинка. Давайте ее положим и начнем собирать пазл. Так, тут же это все. Ладно, пока начнем. Интересно, у кого-то ли ты? Ой. Давайте. Ну, пока у нас хотя бы что-то получается. Ручки молодцы. Смотрите, за такое короткое время мы уже достаточно много собрали. Так, возьмем. Thank you.
Ладно. И только вот у нас не умещается, получается. Давайте будем делать на поверхности коробки, раз у нас не получается. И только я пока вот сюда положу. Надеюсь, что у нас на поверхности коробки хватит места. Переворачиваем. Я просто немножечко пойду, буду выходить, потому что там здесь, я считаю, очень большой трафик. Смотрите, я все время вперед на детали. Это все за детали. Вот, а вот это вот, ну, сейчас надо. Там деталечки можно. Насечки. Вот эти крылья, кусок грязи. Наши грязи, ноги грязи. Какой большой парень оказывается. Детальки, все эти детальки, но нет же нужной пока, я ее не вижу. Это где малина? Малину я пока не собирала. А это деталь. Это моча. Так, пытаемся собрать пазл. Так не всех не получается. А, деталь упала. Ага. Все лучше, мне кажется, собирать на столе. Никак не получается. Мне надо с этой деталью. Вот, потому что нет. У меня больше места. И я могу узнать, что уместится. Так, обычка вставлю. И пазл ближе. Продолжение следует...
ладно, пока переложим в коробочку. Продолжим собирать память, потому что мы его не дособрали. Ну хотя бы мы побольше собрали. Вот здесь надо еще одну детальку, чтобы соединить. Продолжаем. Пудель, пудель это выше. Травочку немного подвинем, чтобы пудель это выше. Очень много разных цветов. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так, надо еще одну детальку, наверное, воду закончить. Наверное, где-то деталь? Нет, это будем заканчивать воду. И это... А может это вот поставить как-нибудь? А вот вот что тут вот отрубы. Мне кажется, пока сюда, если не может быть что-то. Да, есть варианты, что это не отрубы. Но есть варианты, что вот. Так это не здесь, это не здесь. Ну, что-то это не здесь, да. Это не здесь, это не здесь. Так. Берем и посмотрим здесь. Это не так. Ничего не понятно, конечно. Это плантия. Сейчас мы смотрим по угору. Подошло. Пока получается отлично, я бы сказала. Это вот сюда, вот это я не знаю где. Начинается вулкан. А, это надо еще лучше. Это лучше. Понятно? Ладно, посмотрим. Идем что-нибудь и посмотрим. Тут все воды, конечно. Еще. Дерево, нужно пусто. Мне кажется, что это все. Теперь мы сочетим вот сюда. Очень большой пазл. Картиночку придется убрать в сторону, чтобы пазл здесь поместился. Пришлось картиночку убрать, чтобы было больше места. А, ну как забыла, можно было. Хорошо.
продолжаем собирать наш пазл. Очень большой, я бы сказала. Так. И сейчас полегче становится. Море было, более всего, что в море ничего не было. Все куда собирать. Вот это нам надо. Очень на самом деле большой. Так, еще не очень детали. О, вот это вот. Это вот уже не понравилось. О, правильно. Чем дальше. Это малина, почему-то чаще всего мне попадает на так. Малина. Так, а палец это уже. Что мы пальцем нет.
пальцем. Он говорит, а, вот, нашла деталь. Что у вас попадает в кадр, а то у меня очень мало места остается. Вот так. Это теперь у нас надо где-нибудь здесь, потому что скоро этот двигатель придется. Да, двигатель придется. Вот здесь еще деталь принесла. Конечно, большой пазл, даже больше, чем я ожидала. Вот здесь начинается серия. Итак, получается. Ой, да. Так. И как-нибудь вот так. А, вот, вот, нашла, нашла, нашла. О, вот еще так классно. Классно. Так это о. Вот, так больше шансов, что я себе. Вот, вот так больше. Лучше включать. Так, теперь можно вот такие детали, да, прикрепить. Большой пазл, конечно. Так, как же? Yes, yes.
хотя бы одну деталь я соединила, конечно. Но как все остальное, это не знаю. Это не знаю, это не знаю. Очень много деталей. Это, наверное, этот пазл у нас весь наш. Пока все. Вместе, конечно, вмещается. Очень много деталей. Соединить. Вот так. Если что-то не видно, но уж простите, просто пазл очень большой. Из-за этого не все детали вместе. Возможно. Так, продолжим дальше искать. Очень много деталей, которые я не могу найти. Но не купо. Слушайте, вот это. Только его. Где же кофта? А как же кофта? Где же тут кофта? Как ты кофта? Где не так? Как это? Ну, не знаю. Вот, 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 вот здесь. Вот здесь. Я больше его. Бога, я что не пытаюсь собирать. Не вспомнил его. Вот и все. Да? Где это даже? Либо это так, либо это только это так. Нет, не подошло. Сюда, конечно, вот еще вот сейчас, наверное. Это мало, я где-то вот на эту что. Это, наверное, да, это, наверное, маленький момент. А, да, это не там, где-то так. Вот так. Где-то мы еще не рано, наверное. Вот. Вот эти вот. Мне он не нужен. Ладно, как должен. Так, это пока не лежит. Хотя тоже это что? А, это же ножки, ножки. Ножки, ножки, ножки. Это не то пока. Все не то. А это что? А это что? Это пугает, конечно, здесь. Вот здесь камера тоже. Что вы здесь ставите еще? Что вы ставите? Мне кажется, что я не вытащу. Хорошо. Thank you.
Маша была в новой. Так, это много деталей, очень сложно. Это вот здесь. Это для мальчика. Понятно, что это для мальчика. Но где это? Так, здесь уже он идет. Вот она. Теперь мне надо бантик. Так, лягушечка. Опа. Так, а это? Это где камыши? Ой, а это здесь где-то еще не понравится. Или это уже? Это уже чем? Так, камушки. Отлично, штучка, что около дерева. А вот любой штучка. Это юбка уже. А как такой камыш есть? А нет, это вот так. Отняла. Вот это не будет. Будем вот тут поделить. Это что-нибудь. Это не море, конечно, но... Вот. А там хоть что-нибудь получается. Посмотрим, где вот этот бантик. А, все, поняла. Вот здесь у него вот свой бантик. Да. Вот еще. О, нет, почему вряд ли? Ну, можно. Вот так, я стараюсь все уместить. А, у него здесь какая-то. Конечно, очень. Так. Да, сложно. Так. Доставляем вот сюда. Это у него изумрудок. Какого чудного? Еще нежная, довольная.
нет. Это надо здесь как-то. А это как-то здесь еще и так вот. Так. Смотрим, смотрим. Здесь не произойдет. Здесь, значит, вот здесь, кстати, может быть деталька. Деталька, где-то деталька. Немножечко ниже. Тут еще немножечко выше. А, нет, все, это не нужно. Кабы. Эти детали на столе, я не знаю. А можно и тут. Идеально. Вот так. Соединяем. Посмотрим дальше. Вот это. Где-нибудь. Вот. Где рукав у него? Вот здесь. Вот. И здесь можно сидеть? Да. Все. Хорошо получается у нас. Вот так. Смотрим. Пока не получается. О, здесь. Ну, даже мы сейчас это не будем смотреть. Здесь, а то он от нас не занимается чем-то. О, пока, наконец-то. Где-то не так. Вот это пока. Yes, нашли такую. И волосы мои длинные вот сюда. Нужно здесь еще не поменялось. А, вот у него такой костюм. Он сидит, конечно. У него, Так пока еще непонятно куда. Так, а вот и густые. Это лисица. После моей защиты стали. Где это все, что мы хотели стали? Даже не знаю. Так, это не он. Вот здесь. Или не здесь, не здесь, или здесь. Не знаю. Так. А, у меня тут такая светлая. Понятно. Вот это там. Еще. А вот тут мои вены. А вот это уже мои вены. Так, наверное, они перевернут нам. Вот так вот, смотрите, как происходит. Соединила ногу, здесь еще не ладится. Пока ноги не ладится. Потому что еще не знаю. Так, это вот сюда. Так, это не стало. Это брызги от хвоста. Вот так вот. Ай. Почему я снова так? Я не знаю. И вот так. Вот это получается не тут. Да, это у меня вот. Ну, хотя бы подсказочка теперь. Это вот так, это вот так. Ну, хотя бы теперь легче. Так, легче соединяться. Это не вот так.
Так, и гитара уже кусок. То есть, вот пока гитара уже кушает, собирается, ну еще надо возьмать. О, где что? Кушано в подсказках. Это вот здесь. Вот подсказочка. Подсказочка, значит, ключ воротила. Это не из ключа, воротила. Мы уже достаточно много собрали. Но пазл еще не закончился. Такое ощущение, чего все больше и больше. Больше и больше. Но это, конечно, не так. Ну, у меня принцип такой. Это кажется только. Так. Нам надо теперь часть от ключика искать. Это вот. А, нет, не обязательно. Ушло, получается, ключик. Так, а это куда? Это не здесь. Это зашнурить. Даже не знаю, как это так. О, вот так. Казалось, что это деталь вот так. Лицо Буратино. Это Буратино не могла долго собрать. И наконец-то почти собрала. Значит, когда кончается. Время часто. А нет, вот так. О, наконец я соединила. Просто немного, конечно. Это уже радует, что я там смогла собрать. Так, есть, а есть еще и вода. Сейчас есть вода. Может, собрать или не получится, но нет. Да, вряд ли. Конечно, после. Почти собрано выбрать. Хотя, возможно, что здесь. Не знаю, прям. Так, посмотрим. Ой, это у кого? А это у меня лицо. Это? Это у меня. Да, это не было. Это вот. У Карабаса-Барабаса. Рукав. Рукав, он где рукав, интересно. Знаете, у меня здесь не помещает. Или подъемник. Так, непонятно. Вот здесь вот, вот так. А, вот, нашла. Да, это у него. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь надо еще у него. Вот так. Да, много. Это еще не соединяется. Вот. Теперь тоже соединяется. Только как ее соединить? Ну, это где-то не соединяется.
Это сложно. Так, это сложно. Собираются должны. Даже не знала. Ага. Так. Что-то вот здесь. Мы заканчиваем. Так, смотрим. Это где? А, это вот здесь. Это вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я уже уверена, что вот это я знаю. Это вот здесь. Вот столько у нас уже много получилось собрать, и я не понимаю. Надо вот эту штучку, наверное, забрать, потому что я не понимаю. Или как называется. Потому что у меня как-то не получилось. Ну вот. Вот, что выставлялось, я не понимаю. Вот уже достаточно много получается. Или получилось, как бы сказать. Надо пуделя. Ну, пудель это ладно еще. А нет, пудель это не ладно. Знаю, где ставить его надо. Ну, знаю, вот здесь. Я кулачок нашла. Вот, а это кулачок или нет? О, это где? Этот пазл очень большой. Вот здесь уже коробка не может встать. Я ее вот сюда подальше. А я ей подломила тут. Так, стараюсь. Надо еще вот так. И заменяем малинку. Немножечко. К чему это? Потому что я не соединила. Вот так. Ай. А, нет, не понял. Фиг. У меня все детали. Бегают. Любой. Казалось, глупой, но... Конечно. И как так не ставить? Так и не вот так. Гитару я не знаю даже как соединять до нее. Okay, это я не убираю так. А нет, это не так. Это не так. Я не знаю, как она. А нет, вот это вот так. Не знаю, как, конечно, гитара это. Гитару это. Можно пока собрать. Вторую кастовану тоже. И вот здесь Буратино надо, да? Буратино сделать. Вот это останется такой Буратино. Опачка. О, что за ниточка, интересно. Вот посмотрим. А, это у него промах. Это у него промах идет. Вот. Это вот здесь получается. Сейчас до конца осталось. Вот здесь до конца осталось две детальки. Да, у нас уже почти конец. Поближе надо коробку. Так, смотри, посмотрим. Вот этот брызг от Буратино. Дальше.
хорошо у нас получается. Уже много собрали мы с вами. Так, это... А, нет, не сюда. С нашими туда и вляпли туда. Посмотрим. А вот это я детали знаю. Вот это точно обратимо вот здесь. Это точно у Марины. Марина, где у Марины? Марина, где у Марины? А нет, это не у Марины. Я не возьму. Подождите. Я не понимаю. Привет, Марина. А это где муж? Нет, у нее не надо. Нет, такое. Это не Марина. Это вот кто? Это вот кто? Понятно, где? Это он вот здесь. Вот здесь соединяется, да, получается? Сейчас соединяю, это классно будет. Да, соединяйте, вот здесь вот соединяется. Вот, у нас уже много поставленных деталей. Но если с собой много, нет. Кстати, вот еще. Куда же это можно? Надо же не представлять, куда эти детали выйдут. Сюда? Нет, надо ее, наверное, перевернуть. Да, это вот сюда. Вот это... Где темно? Наверное, здесь точно. И не здесь. Где-нибудь... Вот и не здесь. И не здесь. Где? Ладно, узнаем позже. Ну, это тоже убрать. Вот здесь получается. Итак, мы уже почти буратино собрали. Я так и не узнала, у кого этот палец. Он, скорее всего, а, вот. Даже не знала, что это. Ну, вот тут вот это, да, вот эта концовка. Здесь пазл какой-то. А, нет, наверное, вот этот кусок. Нет, это не здесь. Это не здесь. Это не здесь. Да, что-то пару какой-нибудь. Давайте дальше. Может, мы уже скоро, возможно, что-то соберем. Что он такой большой? Видно, что его долго собирать. А деталька. Это у Марины. Нет, это не у Марины. Потому что у Марины. Видите, он большой виден. Так, вот это, возможно, то, что ее деталь. Вот, или нет? Да, это ее деталька. Классно! У Марины все собрали. Или нет, не все еще, конечно. Ай, ее глаза скопасила. Вот. Так, это к воде. Ну, как болото. Болото вот. Смотрите, где-то вот здесь. Так. Это штаны. Понятно, что это штаны. Где-то вот штаны. А, вот здесь все равно. Что значит здесь где-нибудь продолжение? Нет, это не здесь. Так, о, вот так. Вот. Я так пуделя, да, не совсем соединила. Так, вот это я так и не узнала, где это. Печка, не знаю, где это не знаю. Но это не та здесь. Тут деталь тоже бескрайняя.
А нет, это здесь. Стоп, а это не может быть. Я вот так не помню. А, да, вот, вот, я неправильно вставляла, значит. Вот, надо поменять, значит. Так, это вот здесь. Всегда уже надо собирать. Так, вот, я... Было сложно собрать, потому что мне еще было. Это еще рано, наверное. Это тоже рано. Ай-яй. Выбрать не помалками. Я попротивно. Я там выбрать. Выбрать не похоже, что не выбрать не. Выбрать не получу. Я так шумляю. Это же нужно детальнее. Так это где? Вот. Вот нет. Надо еще детали искать. Так что-то вот у него. Потому что половина я уже так, у него где-нибудь точно. У него где-нибудь уж точно. Вот. И получается вот этот. И мешок вот здесь, а где он, я не знаю. Ну, конечно, ну ладно. Ну ладно, ну да ладно. Вот, теперь я знаю только кого. Это мне. Еще. А вот эти две детали я знаю. Это вот сюда. Если вы это не ошибаетесь, это вы не ошибаетесь. Это вот точно. Это не знаю. Это вот эти медицинские чувства. Ну что, нет, это не вообще. Ну, не вообще не точно. Это возможно все перевернуть. Ладно, перевернуть. Это точно здесь. Так. А, это сюда. Ну, переключка нашла. И это тоже мне нужно. А, нет, это мне не уточно. Это точно у Буратино. А это точно у черепашки. Где-то красный, конечно. Это не здесь. Это где? Что, здесь? Да, это вот здесь. Так. Это у кота. Я не собираю. Это... У кого рядом сеточка? У кого рядом сеточка? Или не у кого? Ну что-то рядом сетка это было. Понятно. Это рядом сетка. Это деталь еще не знаю. Надеюсь, но это нет.
Это не то. Вот это, возможно, я еще не знаю. Возможно, я не знаю. Но это возможно. Вот это точно угодно. А, нет, это точно угодно. Это... Буратино, yes. Ладно, я пока подумаю, куда же эта деталька может пойти. Это не сюда. Уж точно, сейчас подумаю. Не знаю даже. Куда же эта деталька может пойти? Ну, где фиолетовый? Где требуется фиолетовый? Нет. А, нет, вот здесь. А, нет, надо перевернуть на окно. Вот, не только, не только. А, вот. Сык. Вот так. Хорошо, пока. Что получается пока? Вот это мило. Вот это точно мило. Не знаю, как это. Нет, это не так. Не так и не сяк. Это где-нибудь вот здесь, точно. Я его... У нас вода уже почти закончена. Вот, смотри. Здесь, оттуда, и здесь. А вот это я не знаю, за что надо быть. А, почему это не сушка? Это, наверное, вот у них. Наверное, у кого-нибудь вверх. Хотя нет, ни у кого не вверх. Это где? Вот так, что ли? А, нет, это может быть. Это может быть, это может быть. Нет, это вот так можно гонить. Я не уверена, я не знаю. Даже как это. Ну волны, такие волны. Это упорчательно, или нет, я не знаю. Я не знаю, как это. Как вот такие волны. А, стоп, это у малины. Это у малины могут быть. Ой, ужас. Про малину полностью забыл. Почти. Гитаристы попробуют. Ну вот, у него сложно, потому что он так играет, что я не знаю, как это правильно. Так, это не так. Абсолютно. Вот это вот. Вот это вот. Он это еще лучше? А нет, почему так я вставляю? Это же вот так. Еще одну часть у малины я не хочу. Вот это я знаю, где это вот здесь. Сейчас ты это я знаю, где. Вот эта часть вот точно вот здесь. Вот эта часть я не знаю, где это вот здесь тоже. Так, что еще с ней? Еще вот с такими штуками. Это где-то нет, это вот у меня вот. Перчатки, наверное, вот.
это где-нибудь все. Наверху. Вот и, наверное, тоже здесь. Да, это кота. Это у кота. Вот это. Ой, это девайка. Жена у меня. Тут и тапочка мне. Так, это не вот так. Это как это? А, это сюда. Я не поняла, почему это раньше. Это не здесь. Надо еще одну деталь. Еще одну деталь гитары. Это здесь. Еще деталь. Значит, вот это где-нибудь. Нет, жена, это не здесь. А, ну, фу. Я попробовала, это не здесь. Так, ладно. Сейчас же смотрим. Вообще, может быть, еще выше. О! Это не было закончено. Ой, как удобно в моем. Так, ну это я знаю, где. Это вот здесь шапочка у Буратино. А вот она здесь. Ну это я не его возьму. Где не будет, но не его. А, это где не будет, но точно не его. Это вот так. Вот это так классно. Вот это так классно. Не сюда, это не сюда. И это не сюда. А куда чем на ляпу, если знаешь, это не сюда. И так. Вот так. Ай-яй-яй. Это не так ляпано. Ляпано, конечно. А вот и шубик. Только гитару. А-а-а. Понятно, как это небольшое теперь. Кусок, я не знаю. А вот есть еще. Вот это ванька. Ага, шуточка. Это что? Чего? Кого лица не хватает? Интересно. Интересно знать, кого лица не хватает. И тебе? Тебе нравится хватает. Хватает. У меня кого лица не хватает, либо это не лицо. Это не хватает. Вот этих людей. Не знаю, не хотела. А, это не его. Наверное, не его. Нет, это не его. А у кого же? Не знаю. Не знаю, это какая-то. Вот эта шапочка у Буратино как. Вот такая. Что я увидела струны. Струны. Ай. А у нее не надо почему-то. Где гитара? А ну все, надо почему-то вот. Почему не надо? Смотрит. Внимательно. А, все, поняла, я думаю, почему не надо там? Нет. Вот я не могла собрать вот это. Не могла собрать мальчик, конечно. Почему же так? Все. Так. И где эту деталь надо ставить? Где, где, где? Вот здесь. Так, где еще, еще? Еще, еще, не знаю где. Чего? Вот это сюда, вот сюда, вряд ли. Вот так, вряд ли. Вот так, вряд ли. Так. Мне надо вот эти часы, да? Совсем сломать. Раз. И две. А где эти? Я не знаю. А, это же вот здесь. А, все, это не зеркало. Не зеркало. Где-то может зеркало. Это не зеркало. Вот это себе. У него что-то недоделанное. Что-то недоделанное. Опа, я его постепенно так уж ляпаю.
еще мимо. Я здесь. Вот это не мимо. Ну все, давайте их собирать уже лесу, а там бедная. Бедная леса. Вот так. Ну что ж, сделаем его здесь вот. Я не знаю, как ее собирать, потому что это не идеально. Давайте здесь лесу. Конечно. Вот это лапочки. Лапочки. О, у меня почти пазл засобран. Осталось немного. Все, много. Так, вот здесь поднимемся. Иди ко мне в дерево, а где еще? Только вот сюда. А на свою куда? Она что-то не умеет. У нее лапы больше не нужны. Нет, она не сидит. Его разносит остальное. А чего я пальцы бальтина не ставлю? Как я не понимаю. Она теперь круто. А, это она принесла вверх. Немножко подальше. Это точно светлое. Вот это вот ниже. Да, куда же уж ниже. Даже. Вот. Вот. Вот так. Thank you.
this is the ladies' train. The one with the stripes are supposedly first class. Welcome to Curiosity. Уже почти мы собрали.
осталось немного. И здесь. Так что должны ставить, и все забудется. Ура, вот здесь мы собрали полностью. И вторую линию тоже полностью. А нет, не полностью. Теперь полностью две линии. А третья линия, а нет, четвертая полностью. Четвертая линия здесь не хватает кусочка. Какого кусочка? Как он выглядит? Вот так все поменялось. Видите? Так это метафора. Так, пока посмотрим, что это две лягушки. Точно. Ну, вот лягушки будут. О, это лягушки. Так, это здесь. Собачка. Нет, это убрать, что я научусь. Это убрать. Так, я не нашла. Это выглядит. А, нет, это они же рыбы достают. А лисица-то радуется. Вообще, я рыбу пустила. Рыбы. Вот тут они вообще не повезли. Это так не смело, да? Тянет, да? Так, это не сюда, кстати, вот. А нет, уже здесь все. Мне интересует, какой выйдет танец. Вот это не так? Нет, это не так. Они уже такой. Ой, ладно. Так. Где эти вот такие потоки? Темные от магии. Посмотрим, у нас есть вот такая штучка, эту штучку. Эту штучку, эту штучку. Я не знаю, куда. Это мазини, что ли? Нет, мазини это не дает. Это... А, нет, что это? А, нет, я правильно. Хотя это где-то может быть здесь красота. Что я... Что я потому что... Ну, я жду здесь плотик. Здесь там. Немножко висит. Это детали, почему я не видела. Девушка. Так, это куда-нибудь. Куда-нибудь, куда-нибудь, куда-нибудь. Это у меня права. Темная трава. А это у кота. Рыщи, как и у лисички. Какие же два кота. Вот сюда. Это получается у нас... Ладно, не раз так, если... Раз так, я уже ничего не буду, я продолжу. Я кота смогу сделать. Что-нибудь так. На небо, что дальше не было. Эта штучка, я не знаю. Это точно, не знаю, какие это. Это не моя, что это не было. Да, это не небо. Вот еще одна. А, у меня такой две. А, почему у меня была здесь?
что будет. Нет, лейте. А вот, вот это вот здесь, да? А нет, другая. Нет. Это будет время теперь. Вот нужно. Думаю, где там? А вот это теперь что? Куда? Вот это нам летает. Да. Лука там не будет. Да. Это может быть лука, да. Может быть даже где-то лисицы. Лисицы, лисицы. Даже все мои лисицы, лисицы, лисицы будут. Все. Нет, нет, наверное, вроде подходит. Вроде подходит, вроде подходит. Так, нам осталось немного на победу, на окончание этого пазла. Я, возможно, это уже выиграла. А нет, я не могу это выиграть. Это может быть вот здесь. Это нет. Так, это не подходит. И так. Не подходит, главное, это будет. Убираем пока. Так. Вот так. Черепные куски. Черепные куски, наверное, не видно. Эту детальку. Вау. Это не знаю, куда это будет. Не знаю, где. Это, а, вот это. Вот здесь. И где-то вот здесь. Итак. Ну вот, получается. Итак, пока. Ощущение, что памяти не будет недостаточно времени, должно быть достаточно. Так, кот. Кот где-нибудь хорошо. И не знаю, как кот не вышло. Или ниже. Не знаю. Так. Хвостик. Это будет сначала он вверху. По идее, главное, она вот наверху. Вот, 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 это вот здесь. И так должен. И вот так, и вот так. Вот, получается, у нас перекот. У него здесь эту вкладку идет. Это, конечно, не надо. Либо кота мы собрали. Почти. Почти мы нам. Почти мы собрали кота. Так вот. Вот еще кота. Вот. Это вот здесь будет. А это вот здесь. Нет, это не здесь. Это вот здесь. А это что-то уже здесь. Все. Так, это где-то за больницей ночью. О, очень далеко. Тема. Нет, это не то. Нет, это соединение дерева. И не это. Еще дерево. Это не то, может, не знаю. Снеговоры не знаю. Но, посмотрим, это не здесь. Тихо. Да, подошло. Тихо, дальше. Только это вот здесь. Что-то не здесь.
сторону. Далее все меньше и меньше. Так, это вот сюда. Вот это куда? А вот сюда. Уже камыши собираем. Камыши. Так что, как камыши расположить? Надо пока пусть камыши здесь будут. Вот сюда тогда, а туда вот сюда. Так, этот кусок куда? Где? А, нет, я поняла, где это. Все. Так, это не то, что не надо. А, это тут, мне кажется, что это не то, что не надо. Вот, это вот здесь. У кого семь еще есть? А, вот, лисица есть. Вот эта штучка у кота. Где у кота? Где? Ну и кота. И кота. Вот здесь. Вот это вот. 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 Ну, скоро закончим. А, это у кота. Все, у кота уже. Это у кота. Камыши. Это камыши. Вот так надо. Не так. То ли я не пробую. А вот, вот. Да, камыши. Это. Да, все сложнее и сложнее. Хотя у нас падло все меньше и меньше. Конечно, он хранит легче, но для меня сложнее. Но до сих пор. Так, конечно, ну, будет вот. Уже. Или выше. Ладно, это по сторону. А, это у колеса, это у колеса. Это здесь, а это у кого? Это у лягушки, что ли? Нет, это не у лягушки. Непонятно. Ладно, это что-то. Это что-то вот здесь. Это где-нибудь. И... Скоро мы уже закончим пазл. Так. Очень сложно. Это не так, вон, винтики крутить, этот пазл. А это сюда что ли? Это ты... А, все, я кажется, поняла. Это здесь. О. Это не здесь. А вот, все, поняла. Что? Вот это получается вот здесь. Так. Вот тут не так. Надо кусок не снять. А вот я так нашла. А я сказала, надо кусок не снять. Я сказала, кусок не снять.
А это, наверное, здесь. А это детали для дерева. Что-то осталось здесь. И здесь еще дерево. А, все, я знаю, где. Это вот. Вот здесь дерево живет здесь. Вот здесь. Ну, как он месяца. Это гадко. А, стоп. Дальше где-то вот здесь. Надо разобраться. Так, теперь это камыш. На следующий камыш я не знаю. Это что пескозвездил. Конечно, следующий. Ну ладно, пока с этим камышом. Вот. Так. Еще не туда. Не знаю, где. Ладно, я это ставлю. Хорошо. Все, я не попила. И так не попила. Вот и так. Ему не подойдет. Потом все меньше и меньше, а я не могу понять. Вот надо найти эту дырку. Вот эту ткань. Это где? А, тут здесь. Вот, значит, может, возможно, вот здесь камыш. Здесь точно камыш идет. А нет, почему тут здесь камыш и должен быть? Вроде как. Палочка вот здесь такой. Наверное, камыш не будет. Где мой будик? А, вот, да, кому стоит будик. Все, поняла. Вот это у кота, это у кота, это у кота, у кота, у кота. Вот так. Как же, как же, как же. Это, ладно, я пишу эту детальку, не смогу. А вот это я знаю. Это вот здесь. Это желтый, значит, какой-то. Такие листы, вот эти такие листы. Наверху. Это вот. Это как-то вот так. А вот. Вот просто. Это не все. Это не здесь, это не... Пусть не тут. Пусть не наоборот. Вот, и наоборот получит. Вот. Теперь этот листик. А, фу. А вот здесь можно посмотреть. Вот он это. Но это здесь. Так, деталей уже мало осталось. Мне должно быть легче собираться. Ну да, немного легче. Ну, не намного, конечно, но легче. Посмотрим. Что куда поместится? Вот и
осталось только два, три, четыре детальки. Коробки у меня нет деталей больше. И возьму что-то. Вот это я наконец сделала. Вот, значит, это. Нет. Это. А вот это лягушка, что ли? Или нет? Я ничего не понимаю. Да, вот, а это получается вот здесь. А, это же кусок, да-да. Все, пазл готов. Он нереально большой. Вот такой вот пазл у меня получился. Ставь лайк и подписывайся на мой канал «Принцесса Милана». Пожалуйста, поддержите меня лайками. Я так долго это собирала, я очень устала. Всем пока!